Добрый день, избиратели 46-го округа. Мы закончили большой этап. Мы сделали газету, запустили ее в печать. Она у нас выходит в пятницу. А сейчас мы переходим ко второму этапу. Вы, наверное, те, кто за мной следит, знаете, что мой основной соперник, действующий депутат, застройщик, у человека очень много денег. И сейчас шлю завешен его огромными баннерами. К сожалению, у меня столько денег нет, такие огромные баннеры я себе не могу позволить. Но зато я могу обратиться к тем людям, которые меня поддерживают, повесить у себя на балконе маленькие баннеры. Мы их уже напечатали. Вы можете написать мне, мы с вами договоримся, как мы встретимся. Человек специально обученный повешает вам на балкон баннер, и у нас будет в межлюзе много-много-много маленьких красивых баннеров. Спасибо.